Понимаешь, в моей жизни что случилось очень хорошо. В начале 2000-х я попал в телевизор. Я вообще не зависел от зарплаты в театре. Почему бесились все мои руководители? А мне было все равно, дали они мне спектакль, не дали. Моя любая съемка... Но ты же все-таки выступал не за деньги. Просто моя любая съемка, она перекрывала мои зарплаты театральные. С самого начала 2000-х в танцах, да, участвовал, да, в проекте? Да, ну там не только танцы, любое. Мало того, потом, знаешь, мои коллеги очень часто носились по миру в заработке каких-то денег. А мне стоило съездить один раз в Новый Уренгой и получить то, что они получали за полгода работы, пахоты. А мне за один выход на сцену бы заплатили. Сколько? Мне бы заплатили 100 тысяч, 200 тысяч, вот так вот просто. Только приедь, танцуй. При этом, что есть еще учесть ту вещь, что я никогда не вышел между столиками. Я это делал только для своих друзей. Для некоторых своих друзей между столиками и танцевал, и пел, и зажигал. Фанатов. Почему? Эпатаж? Ну, телевидение.